Здравствуйте, добрый день. Мечтали целый год попасть на Онегу. Вот мы наконец-то подъезжаем. А, вообще, Онега, вон там вдалеке синенькая вся. Ветерок. Первый запуск в этом году. Завтра. Ну все, вперед. Зарывается лодку, видно, зарывается. Загрузочка. Что мы делали? На середину, да? А? Середину, да, потому что у нас... Да. В прошлом году акушарика тут очень большого. А течение есть, смотри, с Онеги. Тяга туда. Тяга в канал. Да? Но красотища. Челяйки впереди. Так рано еще, он позже приезжает. Вот то, что плотва зимняя, выезд. Где мы за плотичкой ездим. Вот выезд. Вот заход. А это так, лодкой стык. 18. Здесь он стоит. Тоже докатывается. Ох, щука вы. Прибыли, прибыли мы на место, прибыли. Ой, красотища. Конечно, мы на море, на пляжу. Ой, не купаюсь сегодня вечером. И сейчас. Ой, гремит. Ой-ой-ой. Все черно. О, красота. Как водичка. Ой, тепленько, ну нормально. Хорошо. Не, теплая вода. О, накупаюсь. Красота. И в Онеге накупаюсь, и в канале тоже. Лишь бы не зарядило бы на весь вечер. Погода. Дождь. Дождь не будет пока, да? А ты на этот. Переждали дождь. Затихло. Едем. Едем в море. Крючки здесь. Вроде не шибко болтает, да? Ну да. А? Качает. Попробуем. Да, волна есть. Да, а там вот куда, я не понимаю. Затучено. Попробовать, там можно так выглядеть. Встанет, да? Ну попробуем здесь. Да, да, да. О, первый окунь. Не, не. Первая проводка и первый окунь сразу. Рыба не берет. Давай кидай. Покажи класс, дядя. Так, джигарин убираем. Кормельку ставим. Ой-ой-ой-ой. И на месте встала, прикинь. Колом. Ну. Чтобы... Ой-ой-ой-ой. Чего? Да не, не надо, не надо. Да? Да кусок так, с непривычкой.
Ой. Посмотри. Да, ну так. Ну и что творится? Ларва животворящая что делает? Слышь? Ой. А смотри, что-то не тянет. Все, заглот. Ну, бывает. Вот и моя вроде как первая рыбина. Ой, а что-то он лодки-то не хочет. Сопротивляется. Слышь, ты куда? На Королевку, на Королевскую оснастку ловим, да? Каролинскую. Чего ты, господи? Сейчас не могу сообразить. Так, что-то там. Ой, смотрите, какие тут. Смотри, в заглот. Смотри, какие. Просто в заглот. Мне кажется, сейчас эту поставь. Как ее? Фантом-то, блядь, толстый. Фантом толстый, да. Здоровый, ну. Не понял. Оторвало. Оторвало. Рыбина оторвала. Откусила щучка? Да. Костыльки? Откусил. О, это хвостяра. Главное, что клюет. Остальная ерунда. Я так не нравится, тут не ухо дует, да? О, плещется. О, плещется, родной. Так, закинули на яму. Долго опускается. На большую клюет ларвину. Ой. Ой. Хорошей. Хорошей. Одевать будешь? Все, я сейчас. Пускай одеваю. О, какой. Отпускаешь? Отпускаю. Все отпускаем. Вон и эта крокодительница. Ладно. Переехали в другое место. Там слишком болтает. Клюет-то хорошо, но шибко болтает. Попробуем здесь. Клевала здесь того же. Хорошо. Посмотрим, как с зацепами. На отводной клюет окушок. А вот у меня удар был, кто-то сошел. Дай-ка, думаю, наджик. Пробую. А наджик вот что. У лодки догнал. А там, не знаю, там вроде как Судакова поглёвка. Меня срезало, его у тебя до этого срезало. Срезало, щука гуляет, но. Эту коробочку убирать, да? Да, вот так. Вот она и срезает. Вот щучка и клюет у нас. Срезает только эти. Ты же брать ее, да? Не. О. Отпускать, конечно. А, пускаем, родную. Иди гуляй. Онежская. Опа. Смотри-ка, не идет. Не идет ни хрена. Удачно. Смотри-ка, джик. Надежда-то, конечно, на судачка, конечно. Не понял. Какая рыбина ушла. Что за погода? О, есть. О, ты посмотри. С одного удара как. Садится. Ой. Далека берет. У меня ни одной нет. Кого нет? Двоечки? Да, все, вот. А, ты на эти ловишь? Один, два, да. Так что, что-то. Ой, ушел. Ты прикинь, а? Ну что такое, а? Ладно. Опа, что тут? Они клюют, но выплевывают почему-то. 300 грамм, да? Да. Они, видишь, какие-то самые эти, да, это. Ну, они большие, конечно. Приятные. Толстую наскивали в этом тростнике там. Там камышовый рыжий. Там камышовый рыжий. Красавец. Ух. Смотри, как слабенько клевать стали. То в заглот, то. То в заглот берут, то. О, смотри, смотри. Это не окунь был. Это рыбина здоровая. Так щучки балуются у нас закусили сколько. Это уже не окунь был. Да. В лодке есть, там не берет ни хрена. Фиг, джиги кидали. О, есть. Ларва? Да. Большая ты? Ну, большая, но маленькая. Которая большая, но маленького размера. Помнишь, ты мне давала? О, сопротивляется. Очень хорошо.
хорошо идет. Хорошо идет. Они пузатые будут к осени. Больше пузатых ловили. Сейчас они еще не двигались. Ой, под лодку пошел, пошел. Под лодочку пошел. Малячки. Да. Приехали за окунем. Щуки клюют. Ой. О, зато по ветру сейчас где встанет. О, метр. Смотрите, глубина. 9 метров. И рыба пошла сразу, смотри. Прям на этом месте. Вот она клюнула тоже. А где остановишься, там остановишься. Ты что говоришь, прям здесь вот. О, приехали, вот он где. Так, у тебя там чушь. Чё-то я не того. Давай, пускай, отпускай. Так, школа филиппинского ныряния. И... Да, ты его сильно. Вот. Смотри, как зашел, вообще без брызг. Почти без брызг зашел. Так они парное выступление у них было. Все объездили, клюет только здесь. А здесь не встать, не сесть. Шторм нахрен. А, бывает. Здесь берег. Все через раз. Откусила жопу. Жопу от наживки откусила. Давай надо. Там будешь уехать. Дом. Да, раздуло они его. Хрен где порыбачишь в нормальных местах. Не знаю, что за два дня будет, как. Поглядим. То, что одно радует, что дождя не будет, обещали на два дня. Ну, ветер. В одном канале вообще не берет ни хрена. Где раньше брало хорошо. Только в самой Онеге выходе. Да. Макарошки сварили. Тушеночка сейчас. Чайку. О, шумит Онега. Ужас. Доброе утро. А уже какое утро? Уже хрен знает, день почти. На рыбалку не выехать. Вот лежим, жрем и спим. Больше делать нечего. Погода-то солнышко, тепло, но море шумит. Никуда не выехать. Рыбалка с камней в шторм. Еще одного? О! Где там? О! Не поймаешь! Хорошо. Нехитрая, немудреная снасть. Королевская? Снастка. Шторм на камнях. Часть первая. А смотри, гребешки-то кончились. Гребешки кончились. О, сразу ударил. О, камеру включил. Все, начал. Его щука. И щук ловит. Да.
О, еще щуки херачат. О. Взял щука клюет-то? О, хорошая. Щуки клюет. Едем на другое место дислокации. К чайкам. За голову. Слушай, не заглохли. То жара плюс 30, то холод дикий. Да что ты будешь делать? Замерз. Чайки на малька, вон, смотри, как. О! Сейчас мы попробуем там порыбачить. Ребята, снимать ничего, вообще ничего не берет. Вообще ни хрена. Щучка балась, что там? Вон малек. Что, малька одного. Ой, щучку одну поймали, да пара кушков и все. Вон плотичка плавает. Да. Вообще голяк. Все поразъехались, не берет ничего. Это как-то кисло. Наконец-то успокоилась. Стали на хорошее место. Вторая поклевка. Вторая поклевочка. Вот он. На сиреневый. С пучином. Иди сюда. Опа. Хорошо, идем. Клюнул. Ребята, Онега закипела. О, о, где? О, прямо. Кипит. Вон пошла посередине. О, горбы такие. Почему? А здесь только что вообще перестало. Чмокает все. О. Ничего себе горбы. Ты посмотри. А брать не берет. Это да. А берет такие, я не знаю. О, есть. Оп.
Не надо, но. Ой, конечно. Крючочек такой, ничего себе, он даже не. Снимает камеру. Ёп, конечно, снимает. Такой ушел. Так ушел-то, смотри, на 5 метрах. Ничего себе. У тебя. Да! У меня конкретно было ушедшее, а у тебя так себе. Все. Тоже. Нифига себе, вот это хорошее оттянул. Долго его опирался. Догнал. Догнал. Большой? Да, ну. Да не маленький. Не, у меня даже не дергался, у меня ровненько шел вниз. Ярда. Камера, говорю, плохая ее. Серьезно, я офигенно опустил. Вот. А у меня какой сидел, вообще неподъемный был, блин. Ну как, тук и все. А, гости проплывают. Бусик какой. Красавец. О, пошел. Ну и все, раздуло нахрен на небо. Опять не выехать. Куча. Да. Вот это да. О, а там заливает все. Вот это погодка, вот это порыбачили. А, ужас. Да. А, четвертый день. Едем домой. Можно сказать, и не рыбачим. Поле. Да. Северяк задул и все. Никуда не спрятаться. Никого нет, никто не рыбачит, все разъехались. Замечайте. Ладно, поедем. В воскресенье обратно. На 3 дня.